потому что это забавно, да, что такое произошло. И сняли это единицы, и на бис это не произойдет, поэтому еще также очень важно, когда вы работаете, уже посвятили время работе, работайте, не отвлекайтесь, потому что, ну, предугадать такое нельзя, и это тоже элемент некий везения, во-первых, чтобы такое вообще случилось, но не проспите удачу, тоже важный момент. Смотрите, дорожка, известная певица, и адрес на заднике говорит о том, где эта ковровая дорожка проходит. В зависимости от того, какая у вас оптика есть. С телефоном сложно будет работать, но тоже можно, на самом деле. Ой. Знаете такого певца? Точно, YouTube. Да, Бона. А вот этот человек справа, на таких, в таких смешных ботинках, это тоже Бона. Да, и это очень важная деталь. Да, туалета, обратить внимание. Иногда это главная в истории, деталь туалета. Кто ходит в таких ботинках? А? Да, Леди Гага, точно, Леди Гага. Правильно? И если концерт концертом, но вот такая вещь вполне пикантная и интересна. Принцесса. Она, ну, пришла, да, это некий официоз. Они пришли. Но фотограф обратил внимание, что туфли необычные. И действительно эти туфли наделали много шума. Брат Питт со своими детьми приехал в Москву. Ни адреса нет, ничего. Ну как-то фотограф их выловил и снял. Ну? Хороший адрес, сразу понятно, где это. Это тот буран, который стоял. Ну, правда, это показушное мероприятие, такое специальное для прессы. Но он со своим сыном приехал. И ходил по крылу бурана. Я долистаю. Гуптичан. Это такая площадка, куда звезд, когда они приезжают, выводят. И... Но именно вот эта, как бы, такая поставленная съемка, она дает некий адрес и подтверждение того, где актеры находятся. Смотрите, ни Красной площади нет, ничего, а понятно, где находится, где, куда приехал. Ice Cube. Это не на фоне Красной площади, но все равно забавно, необычно очень. Рабочие, когда узнали, в центре города, когда узнали, что кто это перед ними, они сначала не поняли, когда узнали, он попросил расписаться на ней и сказал, что больше мыться в этой жизни не будет. Я не завидую его жене, но... Ну и Мадонна приехала в Москву, и опять же таки, в смысле, ни адреса, ничего, вот она такая приехала. У нас есть возможность все равно показать, что она в Москве, в связи с тем, что она приехала, начинается продажа билетов, да, и это безадресно, а тут у нас и Мадонны нет, и никуда нас не пустили, но вместе с тем, когда толпа стоит, очередь, да, не куда-то, а есть портрет, который помогает зрителю понять, зачем стоит очередь, понятно, что ажиотаж вокруг Мадонны. Ну, видео мы даже трогать не будем, видео тоже очень интересно, но, наверное, уже в следующий раз, а сейчас, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да, давайте сначала вопросы с Сочи зададим, пока мы...